У меня экона на куку рани. Эпизод номер 82 для Ютуба. Всех приветствую. Мы продолжаем проходить визуальную новеллу «Когда плачут чайки». И мы сейчас вернулись в день первый 86 года. Снова с нашим бараном. Посмотрим, как они здесь их пробегут. Надеюсь, не будут сильно задерживать. Потому что я не знаю, какую тут новую информацию можно представить вот тут именно на этом уровне. По-моему, и всех уже и так, и сяк рассмотрели за 3 эпизода. А, возможно, кстати, в этом эпизоде, ну, будет что-то с Кирия больше. Но это даже логично было бы. Интересно, как повлияет то, что Ева выиграла прошлую игру в целом на эту? Будет ли у нее какое-то, не знаю, преимущество и так далее? Потому что... В реальном мире она вот в последней попытке она выжила, и оттуда пришла наша Энджи, да, как бы. Если, условно, здесь события изменятся, то как это повлиять должно на будущее? Вообще, что-то сложно, сложно. Я с того времени здоровья состояния сообщения оценивая и говорю только. В результате, в этом году, случайно, 年を越せるかも怪しいってことになってる親父殿は今も生き健康でオカルト研究に没頭されてるというわけだ。それでも余命3ヶ月ってわけかい先生。ですから金蔵さんの敬愛する親父殿がまだお元気でおられるなら素晴らしいことじゃないか。親孝行なお前たちは親父殿に挨拶がしたくて仕方がない。 なので会ってもらえないので納得がいかないと。日も沈まぬうちから遺産分配の川残業を始める皆さんのことを思えば、お父様の会いたくないという気持ちも分かろうというものです。それは誤解よ、夏姫さん。ただ、私たちはその…親父とて不死身じゃねえ。いつかは死ぬさ。死ねと言ってるんじゃない。 いつかは死ぬと言ってるだけさ。それに備えての話し合いだってだけの話じゃねえか。それが不敬だと言っているのです。よしなさい。また君の頭痛に触る。 Обратился к Раус Кнацухе, взволнованно вскочившись со стула, тем самым попросив ее сесть. Пытаясь сгладить атмосферу подозрения, внезапно заполнившую помещение, Хидеоши натянуто улыбнулся и предложил всем успокоиться. Нацухи-сан. 誤解せんといてや、立ち取り後を濁さずっちゅうことわざがあるやろ。これはその見送る側の話や。やがては必ず旅立つお父さんをきれいに見送るためのそうだなんやり。<笑>さすが秀吉さんだ。同じ話をするにしても実に知性的だ。ええ、そうよ。兄さんと違ってね。 よせやい、話が進まねえ。それでだな、兄貴。俺たちは遺産の話云々は抜きにしてもだ。たとえ親父に殴られても構わねえ。早い話が、親父に直接会って挨拶がしてんだ。親父が嫌だと言ってもだ。書斎に閉じこもってるなら源氏さんに鍵を借りてでもな。な、ローザ。え？ まあその無理やりってわけじゃないけれど、だってかなり長い間私たちはお父様にご挨拶していない。余命わずかだというならもう二度と会えなくなる可能性だってある。今日がお父様と言葉が交わせるかもしれない最後の機会だし。そうそう、ローザの言う通りよ。余命3ヶ月ってことはいつ亡くなってもおかしくないってことなのよ。 それなのに私たちに最後のお話をする権利さえないというの？それはいくらなんでもあんまりな話じゃないのかしら？あなたたちのしたい話というのが本当に挨拶なら、お父様も喜んでお会いになられるでしょう。しかしお父様は皆さんがどのような不敬な話に及んでいるかすでに聞き及んでおいでです。お父様でなくとも会いたい気持ちになるわけがない。
お父様がお会いになられないのは他でもない皆さん自身のせいではありませんか。全くだな。どうして親父殿がお前たちの顔を見るのも嫌か。自分親父殿は諸君らの逼迫している経済状況も全てお見通しだ。それ何の話よ。Ну да, они тут будут более быстро, хоть и по-другому, но типа, чтобы не прогонять это по сотому разу. Ни-сан-га, нанно ханаси о штеру нока, саппари да ва? Ватаси га шокунда но найжоу о сиранай то демо омотте иру нока не? Ева и остальные поняли, что он знает об их текущей нехватке средств. И то, что блефуя это возвращаясь к главной теме разговора и споря, они продолжали давить на Крауса, чтобы тот позволил им встретиться с Кинзе. Сладкий запах черного чая специально купленного розы пропал впустую. Единственное, чему она была сейчас рада, так это тому, что дети не присутствуют при всем этом. То, что они ушли играть на пляж сразу после обеда, было их единственным спасением. Ева сделала вид, словно готова броситься на Крауса, а Хидеоши и Кирия встали между ними, пытаясь успокоить обе стороны. Затем Кирия сделала глубокий вздох и заговорила. Гоменнасай, не, Краус-нисан. Бугайша, дакередо, хитокото ии кашира? Теан га ару но. Нанда не, Кирия-сан? Мазу, ватаси тачи ва наганен, отоусан то иссё ни красите, そのお世話をしてきたクラウス兄さんの苦労をあまりにも軽んじているわ。そうでしょ。そりゃまあ、俺たちは外に出て気楽でいいが、何十年もお守りをしてきた兄貴はそりゃ苦労はしたろうな。それは認めるが、それが何だってんだキリエ。私たちはクラウス兄さんがお父さんの世話人であることを認めざるを得ないのよ。だってそうでしょ。私たちはお父さんをずっと恐れてきて、その世話をクラウス兄さんに押し付けてきたわ。その苦労は誰もが認めるはずですよね、エヴァ姉さん。だからそれが何？兄さんがお父様の世話に？あんた部外者のくせに勝手なこと決めないでよ。まあキリエさん、あんた何の話をしてるんだ。キリエ、続けてくれ。私たちはクラウス兄さんと夏日姉さんにもっと感謝すべきなのよ。いつもお父さんの世話をしてくれてありがとうって。私たちにその感謝の気持ちがないからこんな不毛なすれ違いになるの。そうでしょ、クラウス兄さん。ほう、これは驚いた。実の兄弟たちにも顧みられなかった私たちの苦労が、まさかキリエさんに理解してもらえるとは思わなかったよ。後ろ宮家当主跡継ぎとして当然の務めです。そうね、当主跡継ぎとしての責任よね。お父様を世話しているからこそ当主跡継ぎとして私たちは認めざるを得ない。あんた何を勝手に話を進めてんのよ。あんた部外者の分際で。待て姉貴。そうだな、キリエの言う通りだ。親父の世話をしているからこそ兄貴は跡継ぎなんだ。お前の言う通りだ。Ну наконец-таки, господи, Ева чуть тупила. Роза обратила внимание, а затем дошло и до Евы. Огрызающаяся агрессивность Евы по отношению к Кирии, которая вела разговор в своем русле, мгновенно исчезла. А вместо этого она уставилась на Крауса и Нацухи. Нацухи не могла понять такой внезапной перемены и слегка разволновалась. Краус-нисан, хонно икуцка но джоукен сае нонде курелеба, ватаси тачи ва отоусан га накунару маде, нидо то авасеро то ва иванай ва. Мочирон, синиме ни авасеро то мо иванай. Нан нара, осоушики ни сае кессеки ште мо ии ва. Ху, нан но ханаси яра. Да га, ичио ва кикоу же най ка.その条件を言ってみたまえ。一つ、当主跡継ぎとは現当主後宮金蔵の世話人を指す。うん、それから。一つ、世話人の責務は後宮金蔵の終生の世話をすること。早い話が
最後を見とるまでが仕事ってことね。クラウス兄さんには元よりその覚悟はあるから問題はない。当然だ。そこまでの条件には何の依存もないね。元より私が実行していることだ。一つ、世話人が万一その監督責任を怠った場合、世話人の権利は剥奪される。Краус услышал эти слова, его лицо растеряло всю небрежность. Одна Нацухи не понимала, что это означает. Фу. Севанин но кантук секинин тоа. Донна моно каме. Отосан га жумио но кагири о скояка ни сугосеру ё кантук суру тоюкото ё. Мотто шоусай ни ю ва. Отосан га шизен ши игай но лиюу де шибоу шита баай. Севанин но кенри ва хакудатсу саре.当主後継ぎの権利を失う。довольно спорно. Я бы не сказал, что Кири опять самая умная. Мы же видели примерно те же самые разговоры от разных людей. Ева в предыдущих двух, по-моему, вот эту идею пропихивала больше всех. Да и вообще, как мы видели, Ева разгадала эпитафию первая.Потом, кстати, Роллса. С одной стороны, неожиданно, с другой стороны, как я говорил тогда, ожидаемо. Соно сай но тоушу атоцуги ни ва, цуги но джорец де ару, Эба нэйса о эрабу кото. Нан десте? Сонна ёмай гото, ёку му шаша то. Хо-хо. Коре ва, коре ва.世話人は責任重大だ。しかし人の死因はあまたある。例えば老衰した老人が食事を喉に詰まらせて亡くなることもあるだろう。本来ならそれもまた抗議の意味での老死となるに違いない。しかしその論法でいくとこれは自己死になり、私は監督責任を負わされることになる。これは私にとって不当に不利な話だ。そんなへりくつをつけるつもりは毛頭ないの。私が想定しているのは、世話人がしっかり世話をして見張っていれば未然に防げた程度のレベル。食事を口に運ぶところまでは世話人の仕事でしょうけれど、飲み込むことに関してはさすがに責任外。クラウス兄さんのケースでは私は全く問題にしないわ。ほう、ならばキリエさんが想定する世話人が過失を問われるケースとはどのようなものなのか。例えば失踪よ。ほう。お父さんは今はお心もしっかりしているようだけれど、いつまともな思考や判断力が失われたって不思議じゃない。目を離した隙に徘徊して何か事故を起こしたり、あるいはふらりと森に迷い込んでそのまま行方不明になってしまうこともあるかもしれないわ。こういうケースは明らかに世話人の責任じゃないかしら。お父様はお心も健康でいらっしゃいます。言うにこと書いてな。お父さんがある日突然森の中に入っていくのを見た。後を追ったけれど姿が見えない。警察も呼んで探したけれど、その後7年間探しても見つからなくて失踪宣告。それをもって死亡扱いというのは認められないって言いたいの。お父さんが亡くなられた際には必ず検視を行い、常識の範囲内で想定される一般的な老死であることを確認すること。それ以外のあらゆる理由によっての死は世話人の責任とすることね。今日までクラウス兄さんがご苦労なされてきたことの範囲内。おかしな条件でも何でもないでしょ。バカにしています。屈辱的です。おい、夏日。なぜ主人がこのような恥ずかしめを受けるようなルールを強要されなければならないのか、理解に苦しみます。私実は去年から疑ってるわ。いいえ、多分ここにいるみんなもそう。ジフレはプシキンザエバ姉さんも秀吉兄さんも
ルドルフさんもローザさんもみんなずっと疑ってるけど、あまりに恐れ多い想像で口にしなかっただけ。なるほど、お前たちはこう言いたいのかね。親父殿はもうすでに死んでいて、私がそれを隠しているのだと。Ну, для этого нужно тогда, чтобы все слуги, этот, Нанджо, были под Краусом. Звучит сомнительно. О, батлер! Здорово! И думал, сегодня, может быть, тебя не увидишь, но нет, увидел. И значит, и Беатрича, скорее всего, появится. Хорошо. Это... Зенкайно гейму но сайго но назо ток каги тоште кангаэта. 俺の一つの仮説なんだ。前回最後の南條先生を殺したのは誰かという謎のこと。そうだな。確かに魔女は赤で宣言したさ。18人全員の名前を挙げて生死を宣言し、それ以上の人間は存在しないと言い切ってみせた。だがこの仮説なら。その感激を縫える。Можешь скачать ее по ссылке в описании каждого моего видоса по чайкам. Там ссылку я оставил. なるほど。その二つを矛盾させない回答の一つというわけね。なるほど。俺の言ってる意味がわかるのか。お前なかなか察しがいいじゃねえか。説明が省けて助かるぜ。Интересно, вот эта Энджи, которая сейчас здесь стоит, она обладает знаниями Энджи 12 лет будущего, которая, наверное, пройдет свой путь определенный по поиску. この島に19人目は存在しない。にもかかわらず未知の新人物 X が混じりうるからくり、つまり18名全員の名前と在党者18人が一致しなければいい。ну да, эту версию не рассматривал. そういうことさ。魔女は赤で18人の名前を次々に挙げ生死を宣言した。さらにその上、島には18人を超える人間はいないとも宣言したわけだ。ここには一つの錯覚があった。Нигде не гарантировано, что 18 имен равно 18 людей на острове. 18人の名前をすべて挙げて、その生死を宣言するとき、犯人 X の名を伏せ、代わりにこの島にいない人間の名前を混ぜる。そうすれば犯人は島にいるにもかかわらず。18人の生死リストからは逃れることができる。Но вы видели типа трупы? Скорее всего, опять-таки, Кинза был сгоревший. Блин. В первом эпизоде он тоже был сгоревший, если мне память не изменяет. Во втором он дожил до конца.
Ну, во втором эпизоде же он до конца дожил, и Батлер его видел лично. Батлер же не может ошибаться. Мазерарета Джимбуца. Зайтоу Шинайно Дакара. Зайтоу Шану Ташисан Нива Куаваранай. Да, Беатрича, которая это в другой форме, ну то есть у нее там другая одежда была и все такое. Йотте, зайтоуша 18 人の人数の中に加わりながらも名前が登場しないことが可能。Но я так понимаю, Красная Правда, она же актуальна только для каждой своей игры. Ну то есть как бы. Преступления меняются, все обстановка вся меняется. Во второй, опять же, игре вообще Беатрича была лично. Ее видела несколько персонажей. Втацуно Акаджи Сенген ва соре-зоре га тандоку нан дакара. Коно касетсу ва мюжун шинай нда. Соно ханнин но нао гомакасу таме ни цукау джинбуцу мэй ни ва икуцука но джоукен га ару ва. まず、在党していないにもかかわらず、私たちが在党していると信じている人物。そうでなくては騙せない。そして、その人物は死んでいることが好ましい。Ну а что делать во втором эпизоде тогда? Там была Беатрича, Кинза там не сгорал. Вторая игра вообще была довольно-таки странной. Назе нара, Сиходо кампекина алибай ва сонзай шинай. Ано житен де но назо ва 18 нин зэйин га ханкоу фуноу де ару кото ни риккяку ште иру но дакара. Сонна токоро? А, со са. Соште соно джинбуцу га まさに、爺様なんだ。今、キリエさんが言わんとしていることはただ一つ。実は、部屋に閉じこもってて、誰にも会わないと言っていることになっているが、爺様はすでに死んでいて、クラウスおじさんが、それを生きてると嘘をついてる可能性があるってことなんだ。И правда. Дедушка был заперт в своей комнате все это время, и никто не встречался с ним лицом к лицу. Возможно, он уже был мертв.А тетя Краус и остальные состоят в заговоре и пытаются всех обмануть. Кинзоу га синеба, исан вунпай га хассей суру. Шикаши, кинзоу га синанакереба... Ие? Кинзоу га синдемо, соре о кокучи шинакереба, исан вунпай га хассей шинай. Сумари, Краус оджисан ва, джи-сама но зай-сан о субете доксен декиру. Соу са, доуки ва джубун нанда. Возможно, 19-я личность X действительно не существует на этом острове, однако сама личность X существовала. Эта личность была 18-м человеком. Коносимано хунлай но ниндзю ва 18 нин джа наку 17 нин даттанда. Соко ни мичи но джинбуц X га какуре хисонде ите. Ханкоу о окунаттанда. Доу да, Беато! Дете кой! Зенкай но сайго но, сайдай но назо ва има! Выходи, Беата. Стоило Батлеру решительно заявить это, из ниоткуда раздался отчетливый звук аплодисментов, и пространство вокруг него озарило светом, превратившись в знакомую ведьмину чайную комнату. Браво, браво! そなたごとき無能にしてはようやくの勘は否めぬが、とにもかくにも一つの回答を出してみせた。
肯定したらコンクリートの塊でも соскучился немного, господи. つまりそなたはようやくいい、ようやく知性ある存在に進化できたわけだ。ただ涙を流し、歯がみしながらわらわの靴を舐めるだけの存在からようやく一歩を踏み出したと言えようぞ。こんなくだらない言葉遊びで前回は翻弄されてたとはな。俺も自分の情けなさに腹が立つ。さあベアト、復唱要求だ。在党者18人の中に爺様は含まれてると宣言できるものならやってみろ。ああできやしねえさ、すでに死んでるんだからな。てめえのまやかしはこれで終わりだ。Сейчас скажу, да. さて、どうしたものか。赤き真実にて一刀両断に叩き割ってやろうか。いやいや、わざとここはじらして保留するのも良いかもしれない。Блефует или нет? Потому что она иногда и блефует реально. То есть на самом деле у нее есть, она может ответить, просто не хочет.引き落とすなら、より高みに誘ってからの方が面白いというもの。Бета противно усмехаясь сказала, исказила выражение лица, которое разлило бы меня еще, искала выражение лица, которое разлило бы меня еще больше. Как будто она хотела сказать, что ответ, к которому я пришел, был невероятно нелепым. В отличие от меня, раздраженного да нельзя поведением ведьмы, Гретель сохраняла холодное и невозмутимое выражение лица. Ух, давно не было от лица Батлера текста. Как будто бы она ожидала, что ведьма станет вести себя подобным образом. Нархудо. Батлера га мананде сечо сру йони. Мажо му мананде сечо сру ноне. Доусе, Беато? Моттай брун жа не? Кшо декир те но ка йо?よしなさい、バトラー。魔女は安易に答えないわ。Забавно, да? Интересно, Энджи не разочаруется в Батлере, которого она сейчас видит? Ой, как обычно, детские воспоминания иногда более приукрашенные. 自らが律すると思わない限りね。Это правильный подход для нее. Нони?どういうことだ。これまでのゲームであなたが赤き真実とやらで翻弄されていたから、魔女は何度もそれを繰り出してきた。Да нет, это просто фразеологизм некий, Миохина. Конечно, может быть, но вряд ли. Скорее просто фразеологизм. でも今や状況は違う。あなたは赤き真実を誘い出し、むしろそれを武器に使っているわ。そんな状況で魔女が緑に赤を連発するわけもないでしょ。グレーテルとやら、そなたはバトラと違いなかなかに頭が冴えるようだ。わらわも恐ろしい敵を迎えたものよ。その通り、バトラがわらわの赤き真実を期待する場面でなぜに期待に応えてやらねばならぬ義理があるというのか。Уже был похожий момент, или даже не один, один точно был с такой же ситуацией. А в общем я говорил, что она может блефовать, а может не блефовать, то есть... Не стоит относиться к этому легкомысленно. НАЙ! ВАРАВА НИВА СУНАТА ГА ЙОРОКОБУ КОТО СУРУ ГИРИ НАДО КЕСА КУТТА КРОВАССАН НО ПАНКЗУ НО ХИТО КАКЕРА ХОДО МО НАЙ! ХА! やろう。その顔。わらわが赤き真実などという遊びを始めたのは、そなたのその顔を見たかったからこそよ。その表情が拝めぬというなら、わらわにはこんな遊びをする理由がない。負け惜しみだろう。俺の復唱要求に応えられないからって。適当なこと言ってごまかそうったってそうはいかねえぞ。うぬぼれるな。その程度の答え造作もなく切り捨てられる。だがそれをわらわはわざわざ赤で言わぬ。
そなたが求めるから言わぬ。なぜだかわかるか。さっき言ったわ。あはー、スパシバ。一番おいしいところで突き落としたいって。その性悪な魔女はね、あなたが求めるところではもう赤は使わないって言ってる。つまり復讐要求なんていうお遊びにはもう付き合わないってことよ。その通り、その通り。バトラと違い、この女は話が早い。説明がいらぬ。わらわはわらわの望むとき、わらわが好むように赤き真実を語る。そうね、赤き真実とはつまり魔女が自由に行使できる権利。人間側が望んだ時に行使しなければならない義務ではない。ただし内容によるわ。内容？どういうことだ？魔女はあなたの復讐要求に応える義務はない。Иногда ей нужно что-то да доказать. Ну то есть, грубо говоря, если ей нужно что-то разрушить ситуацию, которую могут устроить люди, ей придется использовать. Ведь ее задача оставить только вариант с ведьмой. ただし、あなたの主張によって魔女説が打ち破られてしまう時のみ義務が生じる。Вот-вот-вот, о чем ты сказал. この裁判官なき法廷では反論されないことはすなわち真実だから。あなたが思考停止に陥り、魔女の主張する魔女説を反論できなければ、それが直ちに真実となってきたように。じゃあ俺の今の推理に反論がない以上、正解だということでいいわけか。犯人は18人目の謎の人物 X で、爺様はすでに死んでいるという推理で正解だというわけか。Ну на данный момент да。少なくとも魔女が反論するまではね、真実はより未来の新しい真実に負ける。あ、あっちも говорили。厄介なのはその反論のタイミングすらも魔女に委ねられているという点よ。つまり今のあなたの推理が正解しているのか、それとも間違っているにもかかわらず魔女がその反論を保留しているのか。さもなくば、そもそもその推理自体が魔女説を揺るがすことにならないため、現時点では判断がつかないということよ。そんなところ。У меня где-то был хрон Кёма, когда я устанавливал. Может быть, я найду, если ты напишешь мне. Берун Кастер Кёме.すくすく厄介な駒を送り込んでくれたものよ。おかげでわらわの出番がさっぱりない。Но похоже тебе это нравится。魔女はあなたの復讐要求に対し、タイミングをずらして答えることを覚えたのよ。Нет, там все есть, Хрюн Кёма. Просто там все внутри есть. Дилейт демо ёбеба ии но кашира? Фузакета мане во. Джа, оре ва, мачигатта суйри о какагета то штемо, Беато ва вазато хитей сезу ни оре о оёгасе.さらに壮大に推理を広げた最後の最後に、その根元をちょんと断ち切って、В этом и суть。全てをひっくり返してくる可能性さえあるってわけなのか。Одно логическое рассуждение становится мостиком к следующему. Требуя повторять слова, я тем самым укреплял свои позиции и понемногу продвигался вперед. Но поскольку эта сволочь Бета придумала эту необычную тактику задержки, я больше не в состоянии подтвердить или опровергнуть ход своих мыслей.Я словно лишился трости для поисков в темноте, которую только-только заполучил. Неужели сейчас фактически застрял?
こらこら、バトラー、そんなに絶望的な顔をしちゃう、わらわのよだれが止まらなくなっちまうじゃないかい。その杖はもともと不甲斐ないそなたにわらわが与えたものに過ぎぬではないか。ようやくこれでハンデなしの対決になるだけだぜ。あのプラは。でもだからといって復唱要求がバトラの反撃手段の一つであることに変わりはないわ。すでに言ってる通り、魔女は魔女説を打ち破る致命的なものに限り反論の義務、すなわち赤き真実を語ることが義務となる。反論のタイミングこそ魔女の自由ではあるけれども、それは必ず履行されなければならない。やだ。そうよね。うん、そうなるであろうな。ゲームの終了時までにわらわがバトラの提唱する人間によるトリックを否定できなかった場合、バトラはそれを理由にわらわを否定し勝利を宣言することが可能となろう。それは人間側が提示するトリック説、すなわち復唱要求は必ずそのゲーム内、つまりエピソード内に反論されなければならないという魔女側の制約という認識でいいのかしら。そうなろう。バトラの目的はわらわがこの島で繰り広げる愉快なゲームのすべてを人間で説明し、わらわを否定してみせることだ。それをバトラが成し遂げたなら、その時点でバトラはゲームの勝者となるであろうぞ。ルール確認。ゲーム終了時とはゲーム内の六軒島時間で1986年10月24時00分という認識でいい？問題ないぞ。そのゲーム終了時に人間側が全ての謎についてトリック説を主張できていて、かつ魔女側から反論がない場合、人間側は勝利を宣言できるものとする。問題ない？もう少し厳密としよう。ゲーム終了時に魔女側には反論の機会が与えられるものとする。時間を切ってもらうわ。1分よ。1分以内に反論が行われない場合、勝利は宣言されるものとする。Ну, по сути, да, если только объявить, то ей должно хватить времени, но раздумывать время уже не будет. Нараба, 同じルールをそちらにも課させてもらおうぞ。ゲーム終了時に人間側は与えられた謎に対し1分間の反論時間が与えられる。Ну, понятно. Конечно, нужно во время игры все разгадать. その時間内にたった一つであっても反論されない謎が残った場合、魔女側の勝利となる。Миша, все хуйня, давай по новой。兆候を理由にゲームを止められては今日をそぐのでな。クソったれ。俺を抜きで話が進んでやがるぜ。だが話は大体わかった。バトラーとしては больше не нужен。エンジェル разберется。俺の復唱要求は即座でなくとも必ず反論されなくてはならないわけだ。だ。ええ、そうよ。そしてそれは10月6日0時01分までに必ずなされる。ただ注意して、魔女はあなたの復唱要求をたった一つ切り捨てるだけで、すべての謎を解き明かさない限りあなたに勝利は宣言できないのだから。わらわが赤を使えるようにバトラ、今よりそなたには青を使うことを許す。голова называется。そなたはわらわの魔法殺人を人間とトリックで説明する際に青で宣言することができる。わらわはゲーム終了までの間にそなたの青を赤にて反論する義務を持つ。Не очень понял, как это работает. Ведьма заявляет, что это истина, но Баттлер же не знает истины.Как он может заявлять, что что-то истинное, если он точно не знает, истинно ли это? Или он просто делает какое-то заявление? А, я понял. Синий — это то, что он заявляет, и если это не отражается, становится правдой. Он сам не знает, правда это или нет, но это нужно обязательно отразить.
Просто чтобы упростить систему, что Беатрич обязательно нужно отрастить до конца игры. Все. Наверное, вот это имеется в виду. Ао. Цмари, орева. Фукшо ёкью о ао де катару ということ ка. Скоши чигау зо. Фукшо ёкью ва донна сасай на кото демо каноу датта. Шикаши, ао ва моу скоши кибиши зо. Соре зитай га мажо о хитэй шинай кагири.Ага, понятно. То есть это должны быть какие-то прям аргументы жесткие. На разгадку. То есть нельзя просто уточнять какие-то детали. Ну да, иначе можно было просто завалить бесконечным количеством всяких теорий, возможностей и уточнений Беатрище, чтобы такого не было. Ну вот, пошла путаница. Но в целом получается где-то следующее. К примеру, возьмем одну из прошлых загадок, когда я попросил кое-что повторить. Фактически число универсальных ключей составляло 5. Нужно было убедиться, что имелось действительно 5 универсальных ключей, когда... тогда как она утверждала, что их было не более 5. Но поскольку этот факт сам по себе ведьму не отрицает, я не могу высказать его голубым. То есть для того, чтобы я смог сказать что-либо голубым, я должен сказать что-то вроде такого. Фактическое число главных ключей превышает 5. Преступник же вошел или вышел из комнаты при помощи того дополнительного ключа. И только тогда ведьма, утверждающая, что это была закрытая комната, в которой произошло убийство с помощью магии, обязана будет провести контраргумент. Другими словами, я не могу требовать, чтобы она что-нибудь повторила, что позволяет мне оценить пределы моих рассуждений. Это наверняка поставит меня в крайне невыгодное положение. Дерьмо. Этого достаточно, чтобы в голову начали закрадываться мысли, что красный, о котором прежде говорила Беата, играя со мной, являлся проявлением огромного милосердия. Да. Так и есть. Ксо. Карини орега ару мисцу ницуйте касетсу о тате. Соре о ао де кататта то штемо. Беата га соре о сайго но сайго де хитэй шите кигагатта ра. Ну да, это проблема. また戦う前から屈服。落ち着きなさい。一つの謎に対して青は一度しか使えないとは言われてないわ。それがどういう意味かわかる？いや、いや。накидать несколько версий。どういう意味だ？これまでのあなたは仮説を一つ立てては魔女の顔色を伺い。 それがダメだったら、その時改めて別の仮説を立てるという情けない戦い方だった。それじゃあ魔女は追い詰められない。じゃあ、どうやって戦うんだ？まさか。ええ、そうよ。謎に点で挑むんじゃない。面で襲いかかるのよ。あなた、以前のゲームで推理の姿勢はそうあるべきだと自ら言ったわ。Нападать стеной. Точно. Ранее я так и сказал. Высказывание догадок и попытки разоблачить тайну — это все равно, что пускать стрелу по дальней цели. До сего момента я пускал стрелу за стрелой, спрашивал ведьму, попал ли я в цель. А затем брал лук на изготовку и снова пускал стрелы после того, как мне заявляли, что я промазал. При таком раскладе я ни за что не попаду. Пули могут послужить даже лучшим примером. Если совершать выстрел за выстрелом по далекой цели из пистолета, то вряд ли с легкостью совершишь попадание. Так как же можно попасть? Если пистолет не годится, воспользоваться дробовиком. Вместо одной пули порази ее выстрелом, содержащим бесчисленное количество снарядов за раз. Выстрел является рассеивающим, поэтому покрывает огромную площадь. Следовательно, она отлично подходит для отстреливания мелких, быстрых и юрких целей вроде птиц. Правильно, нет правила, которое гласит, будто я должен строить догадки по принципу пистолета, стреляющий по одной пуле. Это отсылка к Данганронпе, интересно? Или две чайки, наверное, раньше Данганронпа появились. Создание одной единственной теории в одной лишь надежде, что она попадет в цель, все равно, что перестать мыслить. Нужно пускать несчетное количество пуль предложений, чтобы они бились стеной, и попадание лишь одной сделало бы дело. Привет, Гатрекс.
что, Сапка? А, закончилось. Да ладно. Я? Пулеметом. そなたらしいそうやなたとえよ。推理小説なんかのクライマックスはいつもこうだった。名探偵が容疑者を一堂に集め、たった一つの推理を披露して、それを華麗に当ててみせるんだ。まるで一本の矢で見事にリンゴを射抜くウィリアム・テルのようにだ。 Ведь как было бы здорово пробиться сквозь правду одним единственным предположением. Ну типа да, по красоте. Но это нереально. Взгляните на войны в реальности. Разве люди там выставляют длинноствольные орудия из окопов, тщательно целятся и по очереди стреляют друг в друга? Черт с два, не так ли? Они дадут стремительный огонь, обстреливая все вокруг, стремясь накрыть противника лавиной огня. Аналогично и с рассуждением и мышлением. Из той странной добродетели я топтался на одном месте, считая, будто правильный подход заключается в приведении догадок и предположений по очереди. Так как мы, люди, можем пулять бесчисленным количеством догадок и предположений. Пуля — это сила воображения. Остановка мышления — забитый ствол. Мой прежний жалкий стиль мышления можно сравнить с трубкой для стрельбы горошинами. Да чего же отстойно это было? Я совершал слабый выстрел, его отражало красным, затем я заряжал следующую пулю и так по кругу. Моя голубая правда, утверждающая, что все это трюки, выполненные людьми, подавит цель, иллюзию, утверждаемую ведьмой, своей огромной огневой мощью и мощью того, что я смогу представить. Это мой, у Широми и Батлера, стиль борьбы. ありがとうよ、グレーテル。どういたしまして。これまでの俺が情けなく思えてくら。ああ、ベアトの言う通りだぜ。これまでの俺はハンデをもらってきた。そいつを認めるぜ。新ルール、了解した。戦い。俺には俺の戦い方がある。そいつを見せてやれ。 その息気よし。気に入ったぞ。ならば早速使ってみるがいい。そなたの青き真実とやらを。ああ、使ってやるぜ。この青き真実だ。お前が主張する全員にアリバイがあるから魔女の犯行しかありえないという魔女説は打ち砕ける。 これが俺の真実だ。後ろ見は金蔵はすでに死亡している。よって島の本当の人数は17人。そこに未知の人物Xが加わることで18人となっている。この人物Xの存在の過程によって17人全員にアリバイがあっても犯行は可能になる。オッケー。 И пока Беатрич оставит это просто. つまり私たちはこれ以上お父様への面会を拒まれるならば以下の仮説を立てなければならないの。つまりお父様はすでに亡くなっている。しかし遺産を分配したくないクラウス兄さんがそれを隠してるってね。 バカバカしい。そうです。バカバカしいにも程があります。これほどの侮辱は初めてです。私たちは警官立ち会いのもとで強制的にその精子を確かめることさえ可能よ。ねえ、エバネーサ。え？ええ。フィガシュとイヤはショキシュシュ。そうよ、兄さん。サマニアじゃ、に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 、
体のもとにお父様を面会させなければならない状況になんて簡単にお膳立てができるわ。でもそれは後宮家にとってとても不名誉なことだと思うの。だから私はこの提案をしている。世話人の義務と責任、万一の際のペナルティ、これを承諾してくれれば
私たちはお父様を無理やり引きずり出すなんて真似は控えることができる。ああそうだぜ兄貴、さっき言ったじゃねえか、兄貴は世話人として当然の義務を果たしてるってね。キリエの条件は大したことじゃねえはずだぜ。なぜ過剰反応する？親父が自然死以外の理由で死んだ場合、次期当主から引きずり下ろされるってのがそんなにも気になるのかよ。それとも何？お父様が自然死以外の理由で亡くなるような心当たりでもあるのかしら？そんな心当たりなどあるわけもない。なるほど、私にも親父殿の気持ちが分かってきたよ。死に方一つ自由にさせてもらえないとは実に気の毒な晩年だよ。ええ、本当に気の毒な晩年ね。その晩年が実はもう過去のことじゃないのかと私たちは疑っているの。この疑惑は私たちをお父様に面会させてもらえるだけであっさりと解けるわ。ここまで私たちに侮辱されてもそれでも面会は許されないんですか、クラウス兄さん？お父様は多分すでに亡くなっているわ。おそらく遺体は極秘のうちにどこかに処分したでしょう。そしてお父様の代理ということで財産を独占した後失踪したことにして7年かけてお父様を死体なき死者にする。ごめんなさいね、気を悪くしないで。これはあくまでも私の推理ごっこだから。無礼極まりない、あなたにこの屋敷にとどまる資格はありません。即刻退場なさい。二度と当家の敷居をまたぐことを許しません。去年通用した手が今年もまた通用すると思ったのが運の尽きね。お父様はご機嫌斜めだから面会できない？去年の時点で十分不審だったのに今年もだなんて。お父様の代理を語り財産を乗っ取るならもっとスピーディーにやって、今日の親族会議を待たずに失踪させるべきだったわね。さすがに甘いわよ、クラウスお兄様。お兄様、ну типа больше уважения бы сказала. Само собой иронично。君が何のことを言っているのか私にはさ。Что? でも、お父様がご機嫌斜めなのは事実で、クラウス兄さんが世話人としての責務として私たちの面会を拒んでるのだとしたら、それはとても立派なことよね。なら私の出した条件を飲んでくれればこの場は収まるわ。何しろお父様のことをこんなにも大切にするクラウス兄さんですもの。お父様に検視されて困るような死に方があるわけがない。いずれにせよお父様は病院嫌いなんだから書斎で亡くなるでしょうね。いずれにせよ必ず検視は行われるわ。検視を逃れて殺すには失踪しかない。キリエさん、兄さんをいじめるのはそれくらいにしてくださらないですか。ロー、エヴァ。Ева упрекнула Кирия это шнотворно мягким голосом. Учитывая ситуацию, мягкости было неоткуда взяться. Именно поэтому голос был тошнотворен. Нисан ему иройро то цуго я прайдо му ару хазу. Нисан ни тотте тоузен но гиму де аттемо. Соре во вуншо ка ште, соно уе пеналти маде касераре тан жа. Сорья фуюкай на хазу ё. Не, Роза? Эээ, со не.クラウス兄さんの長男としてのプライドを軽んじすぎたかもしれないわ。キリエさんの言うような世話人の責務についての覚書にサインというのはさすがに気の毒かもしれない。そうだな、兄貴はよくやってくれてる。そこを汲み取り、おかしな書類にサインとか、万一の時はペナルティとか、そういう話を抜きにして
兄貴に全部一任することを考えてもいいかもしれねえな。お前ら。Не только Ева, но и Рудольф и Роза с нервирующими улыбками на лицах словно репетировали заранее, стали загонять Крауса. Они четко осознали, как Кирия загнала Крауса в угол и где она была готова пойти на компромисс. 世話人の責務についての覚書、これにサインすることなく、私たちがお父様への面会を生涯求めないことにもできるわ。覚書などなくても、クラウス兄さんが世話人にふさわしいという保証をしてくれれば。私にその保証金を支払えというのか。Да, все свелось к тому, чему мы привыкли. これはおかしい。保証金はエヴァさん、ルドルフさん、そしてローザさんの3人に1人30億円ずつ、手付金としてその1割の3億円ずつを今年度中に振り込んでもらうわ。だ、90億だと。そんな金はない。お父様がお亡くなりになった後なら捻出できるはずよ。私たちもその程度には下調べは済んでる。手付金の9億円だってクラウスさんの財産状況ならなんとかなるはず。それこそお父様に借りることだって可能でしょ。白々しい演技は不要よ。不愉快だ。実に不愉快な話だ。Сорвался. Обычно он всегда спокойнее был.全くです。お父様の遺産の話だけでも十分不敬だというのに、お父様はもう死んでいる。主人がそれを隠していて財産を独占している。もううんざりです。あなたたち全員にもはや後ろ宮を名乗る資格などありません。ってよっしに行くと落ち着いてや夏井さん。みんなももう話はこれまでや。どうやこの場の話は一旦ここまでにせんか。規模がでかい上に唐突な話や。わしらも興奮してるところがあるかもしれん。ここは一旦休憩を挟んで頭を冷やすか。秀吉かがおいしな。クラウス兄さんにもちょいっと時間が必要やろな、クラウスさん。時間？そんなものが。まあ。わしらかて本音じゃブスなことなど考えとら。どうしてもお父さんに会わせてもらえんから。ちょいと嫌味が言いたくなっただけなんや。それにクラウスさんが売り言葉に買い言葉で頭に血が上ってしまったのもよー分かっと。クラウス兄さんかって本当はそこまで言うんなら合わせてやってもいいと思っとるんやな。そうやろ。ただついつい意地になってもうたんで今さら会ってもいいなんて言えなくなってしまっただけや。そうやろな。な、確かに主人も皆さん同様少々冷静を欠いてしまったところもあるでしょう。私たちはお父様の皆さんに会いたくないという意思を尊重して固くなに断っていたにすぎません。つい昔のような兄弟喧嘩になってしまい私も意地になってしまった。頭を冷やそう。お前たちが親父殿にどうしても会いたいという強い気持ちはよく分かった。私もそれを伝える。なんとか面会してもらえるよう親父を説得しよう。それでどうかね。そうね、クラウス兄さんに説得の時間を与えてもいいと思うわ。そうだね、頼むぜ兄貴。俺たちに会ってくれるようよく説得してくれ。何しろ親父の世話人なんだからよ。その説得だけど今夜中って制限を設けさせてもらうわよ。明日になったら私たちは書斎の扉を打ち破ってでもお父様の安否を確認するわ。それでいいわよね兄さん。好きにするがいい。なるほど、説得すらも大して時間はかけられないようだ。夏日行こう。せめて晩餐にはご一緒していただくよう。はい。
Краус насухи покинули гостиную. Ну, я думаю, здесь я остановлюсь. Что ж, Кире даже чуть более сложно, чем был обычно план, да? То есть, я сделал упор именно на встрече с отцом, да, с Кинзе. Проверить, жив ли он. А до этого эта тема не поднималась в принципе. Волновали именно деньги. То есть, главное было, чтобы он подписал бумагу и выплатил бы им. Ладно. Наверное, на этом буду заканчивать эту запись. Посмотрим, как все будет дальше. Правда ли Кинза мертв? Беатрича должна ответить будет. Опять-таки, второй эпизод. Сомнения добавляют определенные. Все, конец.